11 левел. Так, ладно, на обычный марш и к Задре. Два отряда полностью потеряли, это были пилигримы. Не могу сказать, что я прям очень доволен этими пилигримами. Скорее наоборот. Еще одну лошадь потеряли. Одного пилигрима, одну лошадь, да? Так, в ближнем бою произошло 8 битв против графства вампиров. Бойцов берега вампиров, царей гробниц. Это хорошо. Доступ к огненным атакам в битвах против графства. Просто невосприимчик. Ну, это хорошая вещь. Дальше атака плюс 15. Разбросок 10%. Обновление разрушений. Аура дисциплины плюс 25%. Влияние на дисциплину плюс 5. Вот это вот возьму. Потом конец погибели. Сюда в армию. Искатели играли, один отряд. Искатели играли, один отряд. И все, я думаю. Faith is my armor. The lady calls me. Yes, ready. Да, остальное я возьму пеших оруженосцев, потестим их в бою, посмотрим, как они себя покажут. Пешки тоже. Ну, хватит, я думаю. Не, я бы... Опа. Тут сам Сетра, если что. Protector of the realm. Не думаю, что штурмом ему удастся взять город. А если и удастся, то только с большими потерями. Денег пока не так много. Ладно, ждем. И прокачиваем. Зандри. Да, он взял в блокаду город. Сетра взял в блокаду черную башню Архана. Это отчасти нам выгодно. Они пешие оруженосцы. 4 хода, если здесь их нанимать. Раз, два, два там. Ну, примерно то же самое получается. My reputation precedes me. Glory awaits. Réponse de Lyon!
Death before dishonor. Guardian of Bretonnia. Very well, I go. Noble son of Bretonnia. Захватим соляные равнины тогда. To the yard, man. For Bretonnia, for the lady. I am ready. Здесь встанем вот прямо рядом, рядом. Such weak, lonely, чтобы... Блять. My strength and wisdom are yours. Возьмем этих самых пеших оруженосцев. Надеюсь, хотя бы от этих парней будет какая-то польза, потому что реально с пехотой у этой фракции жесткие траблы. Давайте кузницу. What news? Давайте праведную мощь возьмем в технологиях и закончим ход. I go thither. She speaks, I listen. With purpose. Blessings of the lady be upon you. Надо что-то брать сюда, но я даже не знаю что. Хайос. Да, через ход здесь будут войска, мы передадим их сюда и двинемся в сторону черной башни. Defender of the weak. Давай обратно в армию. I will lead by example. Do you know who I am? The lady calls me. И Брэс какой-то появился. And only of matters of business. For the fallen. Tor Evres expects. С эльфами все хорошо у нас. Посетители Нагаша нас ненавидят, но мне как бы до лампочки. Пока у нас торговля идет нормально. Ну, Сетра идет на штурм. Сетра идет на штурм. Надо идти драться. Самому. Ну, у нас тут есть оборонительные сооружения, и можно попробовать как-то задефаться.
город уж липанский, реально. Здесь прям хорошо задефаться. Почти нереально. Shields, I ready for orders. Battle ready. Men of Britonia, your command, Lord of Britonia. Так, эти два челика могут Сетру убить? Нет, нет, вдвоем точно. Ну, вдвоем, может, и смогут, поодиночке маловероятно. Я думаю, вдвоем могут. Если не убить, то просадить точно. Одна лошадь. Интересно, по значкам получается, что эти пешие оруженосцы, они тотально сливаются всей ихней пехоте, за исключением каких-то там бичевских копейщиков. Shields, aye! By the Lady! Squires! We fight for Britonia! Squires! Spearmen at arms! Arrows ready!
Ну что ж, поехали. Блин, парни, ну я не знаю даже. Пиздец, там бафы пошли. Сука, этот мудак хиляет просто по-черному своих. Ну, лучники вроде бы как отстрелялись. Так, а тут сам Сетра. Orders, my lord!
orders, my lord! Quit now! Shift it! For the king! Get him! Shields! Oi! Protect Britannia! Withdraw! Withdraw! Valiant lord! Charge! Withdraw! Peasant bowmen! Die, fiends! For the lady! Squire! Come on, lads! We serve the king! Armed and ready! Run him through! Spearmen in arms! Kill them all! 183 кила сделала ебучая колесница. Просто представьте себе эту цифру. Поражение? Что случилось-то, Только лучники сыграли. Все. Вся остальная армия проебалась, мягко говоря. My strength and wisdom are yours. The Leoness! Blessings of the Lady be upon you. Moving out. Yes, ready! Paladin of Britannia. Glory awaits. True Britannian. I will lead by example. Do you know who I am? Protector of the realm. Battle comes. My strength and wisdom are yours. Бля, ну тут все зависит. Все зависит, судя по всему, от того, блять, как прокачаны генералы для того, чтобы побеждать. Походу, это самое важное. Rebels! My reputation precedes me.
Do you know who I am? Going forth. Атакуем тремя, с двумя армиями, блядь, ебаного сетру. А, он сам нас атакует, да? Причем войска-то у него не полностью восстановились, и он сам не полностью восстановился. У нас примерно такая же ситуация. Ладно, ребят, эту битву проведем, наверное, уже в следующей серии. Всем большое спасибо, что пришли. С вами был Емель Карбат. Не забывайте подписываться на канал, лайки. И все в этом духе. До скорых встреч.